Чтобы получить справки от фонда капитального ремонта, теперь не нужно долгое время ждать и стоять в очередях. В этом убедилась примячка Наталья Кулакова. На оформление и получение справки ушли считанные минуты. Ведь теперь запросы в фонд капремонта можно оформлять через офисы краевого многофункционального центра. Пришла я сюда за справкой о получении задолженности по капитальному ремонту. Сделала запрос, и девушка мне сразу же тут же выдала справочку. В фонд капитального ремонта каждый месяц поступает около 5000 обращений граждан. С введением новой услуги сроки подготовки ответов по 70% обращений сокращаются до пары минут. Если раньше граждане могли прийти исключительно в здание самого фонда капремонта, где они находятся, и, соответственно, мы понимаем, что со всего Пермского края приезжали люди, вынуждены иногда были стоять в очередях, сейчас мы понимаем, этого не будет. Любое заявление, это принципиально важно, можно подать в многофункциональный центр. Дубликаты квитанции для оплаты взносов на капремонт, справки об отсутствии или наличии задолженности, расчеты пени, акты сверки по лицевому счету пермяки смогут получать за несколько минут. Нетиповые заявления тоже будут принимать через офисы МФЦ. Ответы поступят в течение 30 рабочих дней удобным для пермяков способом по почте, на электронный адрес или по телефону по выбору заявителя. Краевое МФЦ подписало соглашение с фондом капитального ремонта о предоставлении 14 услуг фонда в офисах «Мои документы». С сегодняшнего дня в тестовом режиме мы оказываем 4 услуги фонда на площадке филиала «Центральный 2» на Куйбышева 9. Пока система работает в тестовом режиме и только в главном офисе МФЦ. Но с 1 июля услуги фонда будут доступны пермякам и жителям края во всех филиалах МФЦ в Перми и крае.